Макс, скажи мне, пожалуйста, мы Пожалуйста. идем дальше или пробежимся в обратную сторону и осмотримся еще раз? Я вот не знаю, честно говоря, как бы так лучше сделать-то. Задай вопрос чатику. Чатик. Мы ничего не пропустили в деревне. Важного. Да, важного. В деревне именно. То есть мы возвращаемся, осматриваем ее или идем дальше? Без всяких подробностей, пожалуйста. Не, этих пока, наверное, побью. Сейчас было бы смешно, если бы я отскочил и туда упал. Ты это щитом делаешь так классно. Я тоже хочу щит. Да хватит. У тебя так не получится. У него рост, смотри, какой. Мощный, мощный. меня сейчас еще и убьет. Не хотелось бы. Заворачивает прям в процессе тоже вот. Делаешь прыжок в сторону, а он подруливает прям. Да, он и щитом так делает постоянно. Да как ты? То есть его трогать даже нельзя после вот этого спринта со щитом. Надо подождать, пока он успокоится, после этого только бить. Молчат по деревне. Ну ладно, тогда, наверное, на обратном пути осмотрим, если пойдем в обратную сторону. Потому что мне, честно говоря, не очень нравится, что мы все продвигаемся и продвигаемся. Но если у тебя там... Обычно Подожди, у тебя же там сейчас не зачищена деревня-то. деревня зачищена, ну, вроде бы. Я не знаю, осталось там что-то еще или нет. Но я Там имею один в виду кто-то врагов, тухнул. если нет, то можно вернуться и быстренько пробежать. Там враги есть. Саша, мы же добиваемся того, чтобы наша бутылка была такая же огромная, как у того человека. Я думаю, она нам будет мешаться. Такая огромная. Давайте мыслить трезво. Сказала пьяная обезьяна. Ну смотри, мы идем прямо к этому вихрю. Вот хочу отметить, то их не упросишь помолчать, то спрашиваешь, не отвечают. Ого. Ладно, чатик, тогда еще вопрос ребром. Я могу спокойно продолжать дальше идти? Тебе сказали, что сейчас в деревне нет Нет, я ничего. не про деревню конкретно. У нас еще там куча ответвлений было в начале. А я уже Куда забыла мы... про это То есть все. я между ними петлял, 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 в итоге вышел к этому храму, за храм, и вот мы все идем и идем. Но ты можешь попробовать вернуться туда и посмотреть. Ну, наверное, я бы так и сделал. Потому что там кто-то стоит. Да. Или ты уже дошел? Ну, на самом деле ты уже пришел к какому-то. Я думаю, что это босс. Да. Не знаю, важный он или нет. Поэтому фиг знает. Вначале можно. Да мы же не спрашиваем, можно вначале или нет. Мы спрашиваем, можно сюда или нет. Не хотелось бы просто случайно улететь в следующую главу. Ну, по ощущениям, вроде бы она еще не близкая, и по ощущениям,
нам нужно еще много чего сделать, чтобы как-то пройти дальше. Поэтому я не знаю, что делать. Давайте, может, грохнем его, попробуем. Ну, как бы вроде дошел уже. Ну да, как-то странно будет разворачиваться, просто уходить. Давай его бить. А там видно будет. В конце концов, здесь из главы в главу можно прыгать. Слуга тигра. Ух ты! Ух ты. А ты не учитель тигра, случайно? Ничего себе! У него там еще, смотри, какие зубцы. Чтоб те рваные раны наносить. Какое страшное оружие. Ого, чудом увернулся. Какой же ты неповоротливый все-таки. Вот я думал, что, наверное, туда можно упасть. Он меня туда скинул. Страшное дело. Эти ваши мосты. Может, отойдем в следующий раз? Ух ты, опять нужно этого. Ага. Дендроидного. А он или тебя не видит пока. Или выманить можно. Он тебя пока не видит. И Гугошечка. Ох, увидел. Ты посмотри. Тыгдыки, тыгдыки такие. Как же он это делает? Я сейчас посчитаю, блин. Ай. На. Так тебе. Противный какой. Да ужас. Правильно, ори на них, запугивай. В смысле, как я мимо прошел? Ну, потому что замаскированные. Я ж тут по углам прям походил. И тут даже топтался неоднократно. Странно, что чатик не кричал «Сундук, сундук». Неудачно. Русские коротки. А, то есть это у него прикол такой, да, сбрасывать? Может, его тоже увезти оттуда? Не уверен, что его оттуда можно увезти. Ну, попробуй назад вот отойти. Либо наоборот, вперед. Yeah.
Давай я серию доделать. Противный-то. Нельзя ж так делать. Причем иной раз он просто меня бьет, потому что я его ударил. Две бутылки на него потратил. Прокачать что-нибудь могу? Стоп. А, дух там точно появился же. А это что? А, антишоковый порошок. Вообще, да, я могу прокачать. Не чаще раза в секунду. От приманки исходит волна. Какой урон-то хоть бы вот хоть бы подписывали, я не знаю. Есть смысл, да или нет? Ай, потратил бутылочку случайно. А сам-то не скидывается, а? Вот бы тебя сейчас пендали туда. Я рассчитывал, что он догорит. Есть. Старая погремушка. С тигром ты, мне кажется, это чуть дольше провозился. Моя карма. Я не должен был. Все мои умения были бесполезны. Вот это мы возьмем. Надо крыс глянуть еще, да. В чатике. Какую серию не успеваешь доделать, Саша? Какую серию мы увидим только через неделю? У меня такая же реакция была. Я не сразу поняла, что он говорит про серию ударов. И думаю, при чем тут серию не успеваю доделать? Слуга тигра. Все сразу про монтаж. Актерская игра. Я стараюсь, да, иногда. Тебе полегче стало? Снос. В плане. Ну, да, но все равно какой-то... Ну, понятное дело, но... Как остался небольшой. Я хотя бы дышу.
А, кстати, там же почитать надо. Что за погремушка? Погремушка потрепанная и старая, но гремит весьма задорно. Для детей, естественно, любить родителей с самого юного возраста. Саша, стой. В смысле? Чё стой? Стою. Стреляю. Я пока почитаю. Слуга тигра. Куда ушел мечник со слезами в глазах? Дикий ветер метет северный песок, одинокое небо в слезах. Трава посещает пустые деревенские хижины, пыль встречает злых гуай. Кто знает горечь лотосового сердца или кислинку под грушевой маской? Когда-то жил-был мечник, дикий и свободный, который странствовал по землям вдоль и поперек. Ради любви к женщине он оставил свои скитания, женился и завел ребенка. Но их счастье оказалось недолговечным. Из гор за городскими стенами поднялся ветер, яростный и полный злобы. Он поднимал желтую пыль в неистовство, и город задыхался от нее день за днем. Вскоре его жена поддалась изнуряющей болезни, и их ребенок тоже заболел. Мужчина был опустошен. Он потратил все свое серебро в тщетной попытке вылечить ребенка. Затем он услышал о Бодхисаттве Намалы и Сумеру, который мог исцелить от этой травы болезни. С поспешностью он собрал все, что у него осталось, и отправился в путь с ребенком. Когда он добрался до Малой Сумеру, ученики сказали ему, что Бодхисаттва давно отправился на хребет Желтого Ветра и не вернулся. У мужчины не было другого выбора, кроме как взять ребенка и отправиться снова в путь. Когда они прибыли на хребет, они узнали, что это место находится прямо рядом с яростным ветром. С каждым часом состояние ребенка ухудшалось. Они укрылись в деревне Предел Ветров, где ребенок отдыхал, а мужчина отправился искать Бодхисаттву. Однажды, проходя мимо сухого колодца за деревней, мужчина услышал рев тигра. Он спустился в колодец и нашел скрытую пещеру, где лежал великий тигр, раненый и слабый, глубоко погруженный в медитацию. Тигр рассказал мужчине, что он был божеством в горе, почитаемый деревенскими жрецами. В долине они даже построили храм в его честь. Он сказал, что на него напал Яугуай, который поднял яростный ветер и захватил его храм. Поэтому он оказался в таком жалком состоянии. Мужчина сомневался, но расспросив в деревне, он узнал, что рассказ был правдив во всех деталях. От почитания жрецов до храма в долине. Он поспешил обратно к колодцу, держа на руках больного ребенка, чтобы умолять тигра о помощи. Тигр достал странно выглядящую бутыль, наполнил ее водой и дал ребенку. Чудо из чудес. После того, как ребенок выпил из бутыли, он смог бегать и играть, как раньше, до того, как его поразила ветровая болезнь. Тигр сказал мужчине, что ветер повредил его сущность. С плотью живых он мог бы вернуть свою прежнюю силу, и тогда он смог бы укротить бушующий ветер и полностью исцелить ребенка. Мужчина колебался, но, наблюдая, как его сын с каждым днем становится сильнее, играя в деревне с другими детьми, в его сердце затвердело ужасное решение. Он начал приводить ничего не подозревающих деревенских жителей в колодец, надеясь восстановить силу тигра. Со временем, естественно, деревенские жители узнали, что он сделал. Когда мужчина вернулся в деревню, он нашел своего сына убитым их разгневанными руками. Мужчина был охвачен раскаянием и вытащил меч, который он запечатал на долгие годы. Он набросился на деревенских жителей и одного за другим убил их, пока улицы не залились кровью. Затем в одиночестве он отправился в бушующую песчаную бурю, потерянный в вечно воющем ветре. То есть то, что он жителей туда водил, нормально. Угу. Это вот эти куски вот валялись, это вот оно как раз? Нет, ну там про крыс, это другое немножко. Ну, это про другого тигра, я думаю. А может, все к одному? А может, все к одному. Ну, понятно, с кем ты сейчас будешь драться там. Ну, более-менее, да. Но это когда мы туда пойдем, а мы-то пока туда не идем, похоже.
скрип. К тебе гости. Что там про погремушку-то, я не очень понял. И что там, Саша, стой, я уже не вижу. Убежала. Открылась возможность добраться до секретного босса. Но мне пока это ни о чем просто не говорит. В деревню разве что вернуться попробовать. Ах ты. Сидит, поплевывает. С другой стороны, что ему делать? У него ножки не ходят. Мы все дальше и дальше идем. Да давайте пока дальше посмотрим, что тут. Мы явно двигаемся не в сторону урагана, так что пока можем смело бродить. Ой, оно соберется. По-любому. Попробуем? Ну, давай. Там алтарь. Что это у тебя? Каменный страж. Каменный страж. А чего можно... ты тут охраняешь-то? Уходим. Далеко уходим, куда-нибудь. О, что творит? Один раз? Это же странно. Читак. Прям на месте развернулся. Интересно, а этот ему урон вообще он будет наносить? Ну да, к огню он иммунен явно. А что я сделал? Thank you.
Ух ты, ух ты! Да не вижу, ну нифига не вижу. Ха-ха, так хорошо шел тут на тебе. Закидали. Неожиданная атака была, конечно. Какой-то фигней закидал. Своими какими-то клонами мелкими. Напочковал. Угу. Ну-ка, стой. Ты хочешь что-то проверить? Что? Фигня какая-то, эти гвардейцы. Я вообще не поняла. Я как-то отвлеклась и разглядывала щит. Рисунок тигра. Хотя щитовик, конечно, он очень плох для экспериментов, потому что он забивает все, что можно сбить. Я вообще не поняла, что делал. И урон проглатывает всего, что можно проглотить. Ты там какой-то хитрый финт делал, да? Я гвардейцев я этих запустил. А, да, там было. Я что-то как-то... Я в щит смотрела, просто тигра рассматривала. Наверное, это самый дурацкий противник. Это хуже грибов этих. Да ладно. Потому что он просто... Он бесявый. У него механики такие бесявые. У него хитбокс в разы больше, чем... Фактически отображается. Забавно. Ты вот подскакиваешь, он бьет тебя конкретно в тот момент, когда ты еще не приземлился, но уже тут. Ну, в общем... Это просто совпадение тайминги. И он так легко этим щитом прям орудует. Зато я его бью и не попадаю. Классно сделали его так. Ужасный. Что там еще у нас? Вот, слуга тигра. Делает молниеносный рывок в направлении врага и разит его мечом. Увеличивает критический урон. Хм. Поставлю пока, посмотрим. Далеко тут топать. Там писали, что к нему можно подойти с другой стороны, прийти. Но я даже не знаю, есть ли смысл просто уходить от него. Я хочу попробовать обойти его немножко с краешку. Может быть, получится до алтаря дойти. А то тут получается какая-то очень длинная дорога. Так, пришли. Чуть не упал, по-моему. F5, F5. Ага. Ах ты! А, и меня сюда сразу поставили. А, не пускают. Thank you.
тоненькие ножки. Это очень мало урона. Такие толстые щеки на таком тоненьком стебельке. Ого-го. А, то есть вот так даже? А, уходи. Капец. Да можно встать уже? То есть нужно скакать вплоть до того, как он сам прыгнет? Да не хватает мне в скорости скакать. Там а если просто бежать? Вообще. Что? Бежать я имела. Бежать, да. Лежи пока еще немножко. Да почему ж ты ему в руки пытаешься бить постоянно? Я пытаюсь за жопу ему спрятаться. Он даже уклонение почему-то делает в тело ему. Ну как это называется? Да. Ну, видимо, надо к нему с другой стороны подходить, потому что вот так вот каждый раз бегать к нему не очень хочется. Поэтому пока, наверное, его тогда оставляем. Я не знаю, или побегать. Столько времени просто на это уходит, а он такой не самый простой. А какие варианты есть еще? Обойти с другой стороны. Может попробовать.